سلام عرض میکنیم به همه شما بیننده های عزیزی تلویزیونی سینما. سلسله صحبت های خیش رو بخشیده به 90 سالگی سینمای تاجیک ادامه میبخشیم. امروز میخواهیم با یک نفر کارگردانی جوان بانوی سر محصول شرافت عربا و صحبت انجام بدهیم. نخست ایشون رو خوش آمدید میگوییم. من میخواستم صحبت خیش رو از فیلم پورامتراژ تصفیه آغاز بخشیم. یعنی ایده انا همین فیلم از کجا پیدا شد؟ قدمی نخستین گذاشتن برای برداشتن فیلمی پورامتراژ آیا مشکل نبود برای شما؟ تشکر برای دعوتتون و برای نخست نمایش دادن فیلم تصفیه در شبکه سینما. از میخوام و اگر امکان است دوام صحبتم با زبان روسی میگویم. Бушат, мархам. Шакур. Фильм «Тасфия» на самом деле является, действительно является моим первым полнометражным фильмом, но не последним. Мы его сделали в 2014 году, но уже ему 5 лет, да, и мы решили его показать широкой публике. Да. И вот его есть сейчас возможность показать на канале «Синамо». Он также участвовал на кинофестивале «Дидор», на многих фестивалях. Да. А моим последним фильмом являлся фильм «Хайл Фуруш», короткометражный фильм, который я сделала после «Тасфии». Если «Тасфию» мы сделали в 2014 году, то «Хайл Фуруш» в 2017. А в этом фильме «Тасфия» ро тамошу мекуне, мы видим, ки баробари он актерони варзида, он актерони, ки хели махбуб гаштанд, ва мо он актерон ро дуст медорим, масалан, аз кабили Ширали Абдулкайсов, Хуршед Мустафоев, Исо Абдурашидов, боз нафарони хастанд, ки гайри касби хастанд. یعنی استفاده ای آن همون نفران غیر کسبی با شما چگونه دست داد که هم پهلوی آن همون اکتیرونی ورزیده نقشای خود رو خیلی خوب آفریدند. Знаете, на фильме «Тасфия» была возможность играть с ветеранами таджикского кино, да. Это с актерами, которых вы перечислили, которые действительно привнесли очень много опыта на площадку, и это было счастье работать с ними. Допустим, это была последняя роль Исо Абдурашидова именно в фильме «Тасфия». Да. В кино. Мне нравится работать с непрофессиональными актерами, потому что они привносят естественность вот, в кадр. И дело в том, что у нас, например, роль Мехри исполняла актриса, которая в первый раз играла в фильме. То есть она на самом деле не актриса, она модель. Также у нас, например, роль молодого дервиша играл тоже непрофессиональный актер. Да. Ну вот. На самом деле работа режиссера заключается в том, чтобы вот не было сильно видно о том, кто профессионал, кто не профессионал вот на площадке. И это очень это является одним из сложным, чтобы вот балансировать, чтобы актеры, которые имели профессиональную подготовку, не слишком выделялись. Вот их игра не выделялась на фоне той естественной игры, вот вообще даже не игры, которую не профессионал. واقعا هم انا همین تفریقه دیده نمیشه، فرق دیده نمیشه میونی غیر کسبی ها و اون اکتیرونی کسبی نقش آفریدن و ببینید که توی در زندگی تاجیکان یک موقع خاص دارد، یعنی که آغاز زندگی از توی و زندگی هر یک نوجوان از توی زندگی مستقلانش آغاز می شود و شما که پرورده شهر هستید، در شهر تولد شده اید و تمام نازکی های توی تاجیکی رو در دهات خیلی خوب در فیلم خود انعکاس کرده اید. از کجا همه همین پیدا شد؟ آن همین تجربه؟ Дело в том, что по своему первому образованию, до того, как я изучала кинорежиссуру, я являюсь культурологом. Да, и историком. То есть поэтому книги по этнографии, книги по костюму, они с самого детства вот присутствовали в моей жизни, и я очень интересовалась этим. А, к тому же у меня была очень хорошая команда. Например, художником по костюмам была Сарвинус Хаджиева, которая сама является художником, является руководителем школы миниатюры. Да? Она сама ее дом является домом-музеем, в котором собраны вот все культурные артефакты.
Очень интересно. Именно поэтому это важно выбирать в команду людей, которые являются профессионалами в своей области. Также у меня были хорошие ассистенты, например, Далер Мумали, которые вместе с Арвинус Хаджиевой, они ходили по кишлакам, то есть они вот собирали реквизит, который можно было бы использовать в фильме. У меня был очень хороший художник-постановщик, который пришел из театра, его имя Умет Бузоров, он уже имел опыт работы с Тимуром Зульфикаровым в театре Маяковского. И, то есть это явилось совместным творчеством. Ванис дар фильме шмо суруду оханкуе истифода шудан ки воқеан хам сурудҳои халқи ҳастан, мардуми ҳастан, оханкуи мардуми ҳастан. و از کجا پیدا کردید همه این رو و در سطح خیلی کسبی انامین سرود ها رقص ها اجرا شدن و نیز وقتی که فیلم رو میبینیم در اونجا یک تئاتر لختگ نیست هست Дело в том, что с музыкой нам и с музыкантами нам очень помог Игбол Зевкебеков, который является композитором и музыкантом. И для съемок в фильме была использована группа Джирай, сами музыканты, они приехали на съемку, они согласились, у нас был один съемочный день, чтобы вот сыграть нам свадьбу. То есть мы их задействовали в роли самих музыкантов на свадьбе наших персонажей. То есть это было довольно естественно. Да, и в конце они также предоставили музыкальные треки, которые были записаны у него в студии, которые мы могли использовать. Сценарий и фильм ро Тимур Зулфикаров навиштан. Ва ман фикр мекунам ки яке аз шахсиятҳое ҳастанд ки дар самти синамо, дар самти уман кори худ хеле сахтгир ҳастанд, ҷиддӣ ҳастанд. Ва вақте ки фильми шуморо тамошо карданд, розӣ буданд аз фильми офаридаи шумо ки дар асоси сценарий он кас омода кардед. Да, дело в том, что Тимур Зульфикаров, он видел этот фильм неоднократно, еще в стадии монтажа. И этот фильм, он создан по его новелле, которую тот написал очень давно, в 70-х годах. Да, потом писатель работал над сценарием к фильму «Тасфия». И вот сценарий, конечно, это одно, а когда фильм уже получается, он может получиться немножко другим, потому что проходит через самого режиссера, который очень много импровизирует на площадке. Поэтому часто то, что написано, может немножко не совпадать с тем, что получается. И Тимур Касымович смотрел фильм несколько раз, а в итоге ему очень понравился, он остался доволен результатом. И опирался на традиции театрального искусства вот таджикского народа в этом фильме, потому что это проявляется не только в том, как названы персонажи фильма, то есть у них каждое имя обозначает что-то, что, например, является качеством либо их характера, либо предопределяет их судьбу, либо тот, какой символический смысл заложен в них. Например, Шамс у нас означает солнце, Михри означает любовь. То есть это, когда мы используем такие понятия, это возносит фильм на какой-то другой уровень, то есть мы говорим смыслами. То есть, также у нас, например, в сцене, когда свадьба в колхозе, у нас, например, есть персонаж Тариф Ходжаев, да, потом Фахридинов, то есть это опять же старые театральные фамилии, которые обозначают, что это чиновники, которые, вот, которые очень гордые, да, которые любят лезть. То есть также мы использовали Масхарабоза. Масхарабоз — это такой персонаж вообще в таджикском кино, который заменяет собой роль, наверное, творца. Потому что все мы куклы, которые тоже на ниточках, да, и тут Масхарабоз, он в этом фильме, он разыгрывает сцену, которая случится в будущем с нашими персонажами, но на примере кукол, да, и потом он также является совестью нашего Шамса, когда он говорит ему, что ты ее убил, зачем ты это сделал, ты должен быть наказан. Айо, шавхари азизиман. چرا تو مرا در خوابم کشتی؟ من که تو را انتظار بودم، اما بجای تو کردت آمد. تو نه تنها مرا، بلکه خودت را نیز قتل کردی. دیوان برایت میسوزد. مهری، تو پس از مرگ هم مونیس و همدم من هستی. منظره های فیلم رو تماشا میکنیم. همه اون مثلا عرف و عادت، اون چیزهایی که در فیلم استفاده شده است، تو یک اندازه برای من یادوار می شوند فیلم های گرجی رو، فیلم های ارمنی رو و
услуги фильм сози Сайф Рахимов. Дело в том, что мы вдохновлялись реальной окружающей средой, да. Так же как Сайф Рахимов, который, например, пришел с документального бэкграунда прошлого, с документальной работы, он пришел в игровое кино. Также поэтому его фильмы, они насыщены фактурой жизни. И в этом фильме мы, например, тоже пытались показать то, как связан таджикский народ, как люди связаны с природным циклом, например, вода. У нас Михри, она отождествляется с водой также. Да? У нас влюбленные, когда они стоят на мосту, они клянутся вечной любви, опять же, на мосту. То есть это как зороастрийцы, которые обожествляли огонь, обожествляли воду. Мали. То есть это является тем, что дает жизнь. تو این فیلم پنج فیلمی دیگر داشتید. من میخواستم مخصوص از فیلم‌های مستند بگویید. Я сделала документальный фильм, который называется «Страна, которая нет и не будет». По-английски он называется «Neverland». Мы его сделали в 2010 году. В то время я училась в Институте кино и телевидения Индии. И история, которая показана в этом фильме, и история, которая последовала после этого фильма, она является действительно чем-то невероятным, потому что многомиллионной Индии найти человека случайно, который пришел в киноинститут ввиду прохождения каких-то курсов для журналистов. И эта женщина, она из Кералы, ее зовут Бина, она сказала мне о том, что у меня когда-то была подружка по имени Михри. Мы с ней встретились в советском лагере Артек в 1977 году. Я заинтересовалась этой идеей, тем более у нас было задание, чтобы мы сняли документальный фильм. Мне очень понравилось, потому что это говорит о дружбе народов, да, Индии, Таджикистана. И она у меня спросила, Бина у меня спросила, а вы знаете Михри? Сможете вы ее найти? Я сказала, нет, 9 миллионов Таджикистан, это невозможно, потому что ни ее фамилии я не знаю, я знаю только то, что 1977 год, ее зовут Михри. И мы сняли фильм о том, как Бина рассказывала о своей поездке в Артек. После того, как я закончила учебу, я приехала в Таджикистан, и однажды, это уже спустя 2 года после фильма, мы были приглашены на поминки к нашей родственнице, и случайно там мы встретили ее родственницу, которая в разговоре с кем-то говорила о том, что она была в советском лагере Артек. Я заинтересовалась, спросила, в каком году вы там были? Она сказала, 1977 год. И я удивилась, конечно, но это одно совпадение. А потом спросила, а вас как зовут? Она сказала, Михри. Я потом говорю, Михри Несо? Она говорит, да, Михри Несо. Говорю, а у вас была подруга Бина? Она говорит, да, была. А вы откуда это знаете? Вы представляете, вот как судьба нас сводит. Все-таки в жизни очень часто случаются такие вещи, которые показывают, что мир тесен. І люди совершенно з різних кінців світу можуть вот таким образом встретиться. Але من فکر میکنم که این واقعا هم قوای بزرگی محبت بین انسان هست، قوای بزرگی دوستی است که شما رو به هم آورد. Вот она рассказала свою историю, как же получилось, что она в 1977 году поехала в Артек. Дело в том, что в детстве она была очень активной девочкой, и она пела, танцевала очень хорошо. Однажды она выступала, по-моему, на школьном концерте, и там был Мехрубон Назаров, тогда он был министром культуры Таджикистана. Да, и он отправлял детей, то есть одаренных, в Артек. И вот ее фамилию записали, так она была отправлена туда. برای موفق شدن یک بانو در ساحه سینما در ساحه کینو زیاد آموختن لازم است زیاد دیدن لازم است تجربه اندوختن لازم است من میخواستم از من تجربه خود در کینو فستیوال های بیرون از جمهوری و چی آموختید چی داده میتوانند آن همه کینو فستیوال ها برای یک بانوی فیلم آفر Это актуально не только для женщин режиссер, но вообще для режиссеров в целом. Потому что, например, нельзя уже делать фильмы так, как мы делали когда-то, 10 лет спустя или 20 лет спустя. То есть надо идти в ногу со временем. И вот
Фестивали, которые проходят, что они могут дать? Во-первых, расширить кругозор, как работают кинематографисты других стран. Также это общение, потому что завязываются контакты и, возможно, будут какие-то совместные проекты. Даже если маленькие, может быть, кто-то вдвоем решит снять короткометражный фильм, это получится потом копродакшн между двумя странами. Mm-hmm. Также во время кинофестивалей это шанс сравнить свои работы, то есть посмотреть, что ты делаешь и как делают другие, то есть потому что фестивали это вообще-то это рынок, да, но это рынок для авторского кино, потому что не для коммерческого, у которого есть, например, кинотеатры, есть бокс-офисы. Если честно, чтобы ориентироваться на фестивале, это режиссеру, это не очень хорошо, потому что ты начинаешь делать то, что нужно этим фестивалям. На самом деле нужно делать то, что ты хочешь сам. И твой стиль, твое видение должно идти изнутри. Потому что как художник, он, например, если он будет пытаться имитировать кого-то, чью-то работу, например, то, как работает, например, Фарух Никмадзаде или как работает Акмал Миршакар, это разные стили, да? То есть если кто-то начнет имитировать кого-то, то это уже будет туристическое искусство, которым не будет индивидуальности, да, но будет, все работы будут похожи, так и в режиссуре. Поэтому важно найти свой внутренний голос, то видение, свою тему, которую ты хочешь рассказать, и те вопросы, которые тебя самого волнуют. Не те вопросы, которые волнуют, например, людей на фестивалях. Потому что это, опять же, если мы будем ориентироваться на это, мы ориентируемся на рынок. Да, но важно не фальшивить, быть искренним. Муимтар аз хама, пештар аз хама, бояд коргардонхой мо хам кадами замон бошан, хам кадами джумеа бошан, аз дарди джумеа ого бошан, ва тавре ки аз джуниби давлат ва хукумати мусули се соли бади сулхой рушти دهات سیاهی و هنرهای مردمی اعلان شدند و من آگاهم که در همین سمت شما یک فیلم آفریدنی هستید. میخواستم از همین فیلم خود بگویید. Действительно, я сейчас работаю над документальным фильмом. Этот фильм будет сделан на базе киностудии Tajik Film, государственное учреждение Tajik Film. Фильм называется «Дорога». И фильм посвящен путешественнику, которого зовут Ходжи Пиода. Его настоящее имя Абдул-Азиз Раджабов, ему 72 года, он является известным путешественником, которым в своем возрасте обошел почти весь свет. То есть, если посчитать весь километраж обойденных им земель, то это получается как бы длина экватора. И вот это фильм о нем, о том, что же толкает человека в этом возрасте, то есть... То, что он, во-первых, является спортсменом и очень энергичным человеком, что толкает его на то, чтобы путешествовать, что он ищет, например, за пределами страны. Хар кору амале ки инсон хо дар зиндаги анджом медиам, ман фикр мекунам ки тасодуфи нест. Ва метавонам ана хамин фикр ро дар нисбати шумо хам бигуям ки шумо яне ки дасти пир гирифтаед аз падари худ. Ман мехостам ки дар мавриди он ки аз падари худ чи омухтед, чи гирифтед ва تو قدم اندازه شما رو راهنمون ساختن به ساحه سینمو محمد قول عربوف بگوید. Действительно, отец сыграл большую роль в моей жизни, потому что я сама в детстве была на киностудии Tajik Film, приходила во время монтажа, когда он снимал документальные фильмы, это были 90-е годы. Вот. Наверное, любовь к кино появилась с тех пор, потому что я и на съемки вместе с ним ездила, например, когда он делал фильм «Бабаджан Гафуров. Феномен таджики». Но мой отец, он хотел, чтобы я была художником, да, и он думал о том, что я, наверное, стану художником-аниматором, потому что он говорил, что анимация дает свободу, и ты можешь быть независимым, потому что ты не зависишь ни от большой команды, ни от особых финансов, ты можешь делать это самостоятельно. Тогда как режиссер все-таки зависит от продюсера, зависит от многих факторов, зависит от рынка. Вот мы опять пришли к этому. Также... Чтобы быть художником кино, он говорит, что ты будешь зависеть от режиссера, поэтому это тоже ты не сможешь всегда делать именно свое видение, материализовывать. Да. Но так получилось, то, что он увидел меня только художником, потому что когда мне было 14 лет, он заболел, скончался, да, и поэтому он не знал, что я стану режиссером. И к режиссуре, вы знаете, я, наверное, шла лет 10 после этого.
потому что я попробовала, я стала культурологом, потом я стала историком, да, и в конце это привело, культурология привела меня в режиссуру. То есть, наверное, культурология — это такая наука, которая вбирает в себя все искусства, анализ культуры, историю. То есть и сейчас, наверное, режиссура является каким-то ответвлением. То есть я сфокусировалась в области культуры. На вот Сулави синемой тодик рожашин бегирем, мы аз фильмхои гузаштаи кургардонхо зиод ифтихор кардаем, сухан низ гуфтаем, вале ман мехуам ки ояндаи синемой тодик, бо ана хамин жавонони ки имрӯз дар майдони синемо хастан, аз нигоҳи шумо чи хоҳад шуд? Яъне жавонони имрӯз метавонанд идома бахши корҳои режиссёрони бузурги гузаштаи мо бошанд. У нас есть действительно очень хорошая школа, это школа таджикского кино, где работали такие мастера, как, например, Борис Кемиагаров, Тохир Сабиров, Камиль Ерматов, Мукадас Махмудов, Маргарита Касымова, Саиф Рахимзота, Сафар Хагдодов. То есть очень много режиссеров, которые работали, создали великолепные фильмы. У нас очень долгие годы не было отделения кинорежиссуры в Институте искусств. Поэтому очень многие пришли именно с театральной сферы, именно да, вот в кино. Это немножко другая специфика. Да? Но, тем не менее, они создают хорошие фильмы сейчас. Барномаи рушди кино, ки барои солҳои 2018-2022 қабул шуд аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамаи ин мушкилиҳоро ҳал мекунад. Чаро ки имрӯз мо дар замоне зиндагӣ мекунем ки пешравӣ ҳаст, техника ҳаст ва дар тамоми соҳаҳо он камбудиҳое ки буданд ба тадриҷ он камбудиҳо ҳалли худро пайдо мекунанд. Ва ман фикр мекунам ки аз сӯҳбате ки ману шумо инҷо анҷом додем барои бинандаҳои телевизиони синамо хеле хуш буд. Ба шумо барори кори эҷодӣ мехоҳем. Муваффақ бошед. Ташаккур. Бо бинандаҳои азизи хеш дар ҳамин ҷо хайру хуш мекунем. Ба ҳамаи шумо тани сиҳат ва хонаи обод мехоҳем. То боздид. من مایل به شکفتن دارد عروسم پیرهنی تویونه ببر کرد و به ابروان چشمونی خود سرما میکشد پدر عشق چیست؟ من با استقبال اون چگونه آماده باشم؟